Сейчас самая жуткая сцена в мире будет. Она вообще долго минут. Она пипец длинная, ну бля. Все-таки вставил и помню. На ней будут титры, зато. Они будут очень долгие, но медленные. Повторяющиеся. Как мы ударяли, может, что все это инкредибл. Полчаса будет гореть. Не, завязали тебя грамотно. Я кусачу в пальце. Да, я вижу. Грамотея. Это же быдло бандиты. Что ты от них? Я не знаю, что такое узел. Нет, они рассчитывают, что ты тупее них. Что он не встанет, что он тоже бандит. Твой герой тупее них. Главное, в окне ночи, сейчас выйдем с духом. Поза коня. Его надо катить, я уверен, просточкой. Да. Поза червя. Скоро бы он из меня закипался просто. Хорошо, развязывай. Как я называл, тут зашли, знаешь. Типа слишком долго это все развязывал. Значит, ты катался в бильдик. Скажи, что ты развязался. Попробуй справиться с этим. Еще один узел. Еще один узел. Голову к ногам. Что, с задней стороны, то есть позвонок. Все, подавай, старт, а я как бы дохну уже. Вот это. Да, еще эти наручники разваливаются. Блин, а тебя еще кажется скрывались. Вы же ими потом пользовались. А. В пиле. Один раз Сафан заныкал ключ и сказал, что он его потерял. Я сидел за тебя наручниками. Актер знакомый. Где он играл? Не, вообще не видел. Это брат. Я говорю, за этой штукой можно прицел сделать. Типа. Фишка надо было, знаешь, можно снимать. Это отвратительная фишка. А за что прицел? Путевой обходчик. Да. Только там должно быть две. Я робот, я робот. Слушай, он реально как-то прям слишком. Да, да я надо перебивать общими планами, большими такими. Где мы тогда наклейки взяли по твоему кочку, не помнишь? А, о, да, в кино. Да, в кино. Да. Слушайте, смотрите. Я знаю. Гелес, за которым управляю. Бессонный гондон. А кто озвучивал это? За что по двойзимой? Да? Двойзимой. Такое бывает, знаешь, мне честно. Да, кассета. Да, да. Плавный переход такой.
Да вообще откуда? Я помню, откуда это. Чё ты? Нет, кстати, на самом деле очень круто. Пиздец. Сейчас возьмите моментик. Угу. Чё? Там была фраза, мы будем с тобой как горох и морковь. Почему мы её пропустили? Всё? Да. Включи черт. А если бы не Тукей, то что, без тормозов был? Это не Тукей. Блять, просто брал. Тукей еще не готов. Это пиздец. Слушай, включи реально черт с этого. Что случилось? Да, шлюха, блядь. Там где разговор с этой на кухне. Это вообще просто пиздец. Получи его. Все будет хорошо и Дэнди. Петя просто молча вынул всю картину. Реально, он спас фильм.